А вы задумывались, что будет, если я поселюсь разработчиком MSM и дам с камеры свой аккаунт? Будет очень интересно, досмотри видео до конца, ставь лайк, подписывайся, а мы начинаем. Здравствуйте, хотел предупредить, еще раз будете скамить людей на Аки, мы вынуждены будем заблокировать вас. Я не скамлю, я прокачиваю Аки. Можно доказательства. На мою просьбу он скидывает вот такие вот скриншоты. Хорошо, но в правилах ББ сказано, передача аккаунта другим лицам карается баном по устройству. Нет, не надо, ПЖ! Тоже, давайте его проверим. Ну я решу через свой финг написать ему. Прошло 3 дня с того, как я дал ему аккаунт на проверку. Давайте зайдем проверим аккаунт. Я тебя найду. Зайдя на Ак, я понял, что все 5 моих ужасов были проданы. Все 5 ужасов он продал. Ну, а на других островах он либо что-то продал, либо все перековеркал. Меня радует только то, что это был просто твинк. А вы вот таков, не доверяйте никому, даже своим друзьям.